Всем привет! Меня зовут Оля. На данный момент я нахожусь на закрытом аккаунте у Нелли, куда попала после того, как прошла денежный спринт. Денежный спринт меня побудили пройти мои финансовые проблемы, которые появились у меня после того, как я осталась без работы и набрала очень много долгов. Изменения начали происходить в первый же день спринта. И уже на следующий день я проснулась как будто бы в другой реальности. Инсайт происходил за инсайтом. Всю феерию чувств мне даже сейчас вам не передать. Расскажу о самых ярких своих открытиях и ощущениях. Нелли говорила о том, что жить нужно в нынешнем моменте, наслаждаться моментом здесь и сейчас. Да, оно красиво звучит и хорошо ложится на ухо в теории, но на практике я это поняла только в процессе прохождения денежного спринта. Раньше я могла прийти в лес и не видеть его. Я могла думать обо всем, о чем угодно. Могла вспоминать обиды тысячелетней давности. Затем могла встретиться с подругой и вспоминать, как я гуляла в лесу. А потом на следующий день с утра пить чай и думать о том, как же я неправильно повела себя с подругой, нужно было направить разговор в другое русло. И так всю мою жизнь. И, наконец-то, в какой-то момент... Спасибо, Нелли, я поняла, что в лесу, боже мой, как прозаично это звучит, но это было открытие века для меня, в лесу можно быть в лесу, с друзьями можно быть с друзьями, то есть в процессе разговора с друзьями можно наслаждаться этим разговором, а когда ты пьешь чай, можно кайфовать от вкуса этого чая. Это непередаваемые чувства, когда ты это действительно прочувствуешь, когда ты это действительно поймешь. Отступает любая депрессия, и ты наполняешься каким-то непередаваемым ощущением. И еще Нелли говорила о том, что можно творить в моменте. Если раньше творчество для меня было это что-то совершенно неведомое, это то, чем занимаются великие мира сего, Леонардо да Винчи, Лев Толстой, это книги, расписанные стены собора, музыка, то Нелли объяснила очень простым языком и... Это практически моментально нашло отражение в моей душе, что творить можно в моменте, сейчас, и любое действие, любой процесс, который доставляет тебе наслаждение, удовольствие, это твое новое творчество. Можно пить чай из новой чашки, можно идти на станцию другим путем, новым. И все это может быть для тебя настолько кайфовым. Ну, реально, осознание вот таких вот, вроде бы, казалось бы, простых моментов, какое-то очарование простых вещей, вот, которые ты познаешь, и вот реально не можешь выразить свои чувства, потому что это очень-очень-очень кайфово. Как отреагировала реальность вот, на мои такие чувства и ощущения? Я начала находить в моменте те вещи, которые мне нужны. Вот, например, закусали комары, я нашла средство от комаров, оно просто валялось на асфальте. Засветило солнце, и я нашла крем от ультрафиолетовых лучей, защиту. Я сама до сих пор не верю, как это произошло, но тем не менее это были реальные вещи, которыми я пользовалась, которые я трогала руками. Что касается долгов, которые меня очень сильно удручали, мне не напоминают о них. Те люди, у которых я занимала
они замечательно себя чувствуют, они не испытывают никаких финансовых проблем, они нормально со мной весело общаются, и я вижу, что все у них хорошо в жизни. Нелли, благодарю тебя трижды. Ты лучшее, что могло со мной случиться в этой жизни. Просто супер. Жизнь прекрасна.